Вопрос. Имею диабет и имею большой ковер дома. Как делать? Как дать себе здоровье? Диабет начинается в голове, потому что отсюда управляется поджелудочная железа, которая, в принципе, не дает достаточно инсулина. Поэтому, пока я сплю на турманевом ковре, на большом, то нервная система ночью получает заряды и ночью получает магнитное поле, восстанавливаясь, и уже готова давать правильные задачи по желудочной железе. В это же самое время ночью разжижается сама кровь. А диабет, как известно, опасен именно плохим кровоснабжением, его осложнением. И для этого достаточно уже 45 температуры уже будет, выше можно. С утра включаю прижигание 70 градусов. Что я прижигаю? Я прижигаю сам живот. Я, имея диабет, прижигаю седьмой сегмент в позвоночнике. И, имея диабет, также рекомендовано прижигать ноги, например, чтобы не было осложнений в ногах при диабете. Вот так примерно применяется большой ковер.